пройдет пятый день Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Позади у участников два тура, которые недостойно преодолели. Результаты будут известны уже завтра, а сейчас у школьников есть возможность увидеть свои работы, чтобы или узнать свои ошибки, или увидеть свои правильные ответы. Бессмертность нашего дела в том, что все эти 40 лет театр питается из студий. Своих артистов мы воспитываем здесь, в студиях. И уже сложилась такая своя методика, своя школа, по сути дела. Но хотя очень многие наши ребята продолжают учиться, уезжают, заканчивают столичные вузы, в Москве много, в Питере, работают в профессиональном искусстве, но большое количество остается здесь и работает здесь, и просто остается в жизни учителями, врачами, людьми, которые прикоснулись к театру и уже не могут без него.